Вообще решение далось непросто, участие в этом году, потому что в прошлом году мы основательно готовились, но, к сожалению, по известным причинам выставка была отменена. В этом году тоже мы долго принимали решение, стоит ли участвовать, и не очень было понятно количество участников и самое главное, количество посетителей. Но с удивлением надо признать, что выставка удалась. Да? Сегодня третий день. По нашим ощущениям, количество посетителей, ну, по крайней мере, не меньше, чем в 2019 году. Меньше количество участников, но, может быть, для нас даже это и хорошо, потому что мы имеем возможность, так сказать, максимальное количество участников привлечь на наш стенд. Поэтому считаем, что все неплохо для такого года. Мы каждый год представляем какие-то новинки. На сегодняшний момент у нас тоже есть две новые группы товаров. Это формованный сайдинг, несколько новых коллекций фасадных панелей. Ну и дополнительные просто элементы и цвета уже имеющихся коллекций наших материалов. В целом основные наши три группы – это фасадные панели, сайдинг во всех его проявлениях, водосточная система и дренажная система. Мы рассматриваем предложение участия в следующем году в выставке «Мосбилд», потому что у нас с высокой долей вероятности будет очень интересный инновационный продукт, который надо будет показать и представить, которого еще нет на рынке. Поэтому с высокой долей вероятности мы будем участвовать в следующем году.